Ну что, дорогие мои друзья, с вами снова Дэнсо50, и сейчас начинается финальный летсплей на игру The Walking Dead The Game, да. Вот так вот. Ну, вот, собственно, улицы кишат зомби, но мы обмазались кишками, и поэтому, думаю, пробраться через эту толпу будет не так уж и опасно, как было ранее. Интересно, если бы герои узнали, что так можно делать, то... наверняка бы они смогли бы спастись раньше, во многих случаях. К примеру, было бы неплохо обмазываться кишками на ночь, чтобы... чтобы, например, быть уверенным, что ночью зомби не нападут на вас. По-моему, было бы вполне неплохо, но вот так вот у нас получилось. Так, блин. Немножко напряженочка такая, знаете ли. О, что там такое? Как понимаю, это родители Клементины, да? Ну, видимо, да, так как в ступор она не могла впасть. Клем, не надо. Что не надо? Нет! Так. Ну и что тебе делать? Что происходит? Лечись. Блин. Такая озвучка. Крутая. Да. Я знаю. Что-то Ли совсем весь синий стал. Да. Откуда? Где мы спрятали? Что? Но мы же обмазались кишками. Мы можем спокойно идти мимо. Что? Ой, че это Ли так грубо? Клементин, кажется, испугалась вон. Сами видите, да? И че? Че, думаешь, ты ее откроешь? Да ни хрена ты ее не откроешь. Ну ладно. Что за хрень? Точно, Клементина даже не знала, что Ли укусили. Блин. Вот это подставка. Блин. Прости. Sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Все скатывается в полное говно. Просто. Ну да. Только мне кажется, что этот ходячий, он как-то не просто так, знаете ли, там. Ой. Давай. Помогай. Молодец. Хорошо помогаешь, да. Сейчас, Ли. Ой-ой-ой. I thought I was helping by bringing you in here. Ну ладно, ты не могла знать. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Ну да. Yeah. Keep going. We're almost there. Ну. Так, Ли, давай, я в тебя верю, негр. Синий негр. Единственный нормальный негр. В игре. Get up, Lee. The door is right here.
Смотрите, помните, да, игра была русифицирована, таблички там всякие. I can't. You have to. I can't move. This is it. Можешь. Нет. Please, это не конец. Это только начало конца. You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Don't worry, be happy. Табуреточка, да? Сучка. Just start by getting that door open. По-любому открыто, да? It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ну зачем рукой-то? Not with your hand. Так, и чё? Так, а, вон, бита, да? Да, бита. You can use that. Окей, что ж, прям так, кстати, оказалось тут бита. Интересно, что было бы, если биты тут не оказалось. Окей. Окей. Так. Сломалось стекло. Так, и чё? Бяка. Afraid of him, honey. You're smart. Yes, you're smarter than all of them. Это тоже верно. Grab the check, then. Use it to reach in to the lock. До замка. Так, я уже думал, он ее попросит перелазить туда. Я и думал, как будет примитивно-то. Перелезла-то. Уже стекло-то не до конца разбито и там подобное. He's trapped. Ну да. Наручники. Чё, давай. Бери наручники. Окей, Ли. Хорошо, Ли. Чё, чувак, ты не нападёшь, да? Молодец, всё, красавец. Красавец, чё? Чё, батареи, что ли, уплетать? Ну, ладно. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? So what happens? We're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. Вот так вот, короче. Как она, маленькая девочка, разберется с этим ходячим. Вам нужно? Ты-то теперь никуда не сможешь идти, идиот. Так. Попытайся взять все. Попытайся, да. Попытка не пытка. Так. Нет! Что делать? Watch out! Но, давай! На него! А, зачем на меня? А, биту, бери биту! А, блин! Рука пристёгнута! Давай там ногой, чё ты там ногой делай? Пинай! Чё ты там пинай? Да! Но! На! На! Всё.
Вот так вот. I did. I got him. Отлично. Теперь у тебя есть ключи и пистолет. Ты сильная. See bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweetie. And now you. Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. Мы тоже знаем, что все кончено, ребят. I don't know if I can. Нет, не надо убивать. Шум и пуля. Нет. You can leave me. It's okay. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Не надо. It's time to go. You gotta get out of here. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Please. You have to go now. Maybe I shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. Save the bullet. I'm not going anywhere. You have to always think about what you might need later. It's like with Larry, honey. He was going one way or Почему? Не надо. Не надо. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can. Safe as you can. Always be safe. Find Tommy and Krista. They're on the side of town. By the train. You remember how to get back there? Yes. Все говно. Держись подальше. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also. Что? Нет, нет. Не говорите, что он умер. Нет, не надо. What is it? Скучать по тебе. Я почему так заплохо? О, нет. Клементинка, держись. Клементинка, держись. Мы с тобой. Нет. Почему? Почему нет?
все, короче. Мы прошли игру. Да. Прошли ее. Срал я на вашу статистику. Срал я на вашу статистику. Вот чё, всё. Кончилась вся игра. Да. Вот так вот грустно. Чё могу сказать про эту игру? Она шедевральна, да. Конечно, кому-то она не понравилась, я не знаю. Кому-то показались деревянными персонажи. Кому-то показалось, что она слишком линейная. Ну да, она слишком линейная. Конечно, она только пытается сделать вид, то, что она такая интерактивная вся. В итоге-то все останется-то так же, как и было. Лили в любом случае нас бы покинула. Оставили бы мы ее в лесу, или же просто она угнала фургон. Если бы мы спасли Карли, если бы мы спасли Дага в первом эпизоде вместо Карли, Лили бы все равно ее пристрелила, его... Блин, я путаюсь, ну все, короче, я поехал, ребят. Ну, в общем, я не знаю. Мне она очень понравилась, да, игра сама. Она неординарная игра про зомби, которая мне показывает, что нужно мочить топы ходячих, там, я не знаю. Она наоборот показывает, что все основывается на дружбе, на доверии, на ненависти. Ну и тому подобное. В общем, на взаимоотношениях с людьми. И как-то так. Душевная игрушка, да, честно могу сказать. Нужно заценить обязательно любому фанату кинца, хотя тут кинца-то, в принципе, не очень-то и много. Сама игра, я не знаю, она ее игрой-то трудно называет, но элементы квеста даже есть, то есть все хорошо, в общем. Ладно, ребята, сейчас вот тут идут титры, вы пока что не прерывайтесь, там после этих титров будет еще как бы тоненький намек на продолжение, ну, соответственно... Ясно, что продолжение будет. Клементина осталась жива. То есть она убежала. И, соответственно, продолжение, скорее всего, наверняка затронет ее историю. Что нам остается? Нам остается лишь ждать. Ну, а сам вот этот маленький ролик, который как раз-таки, как я уже и сказал, является намеком на продолжение, вы посмотрите сами, без меня. Да, я просто не буду его комментировать. No comments. Как говорится. В общем, ладно. Всем удачи, всем пока. Няшной клементиночки вам. Ну и чё? Как-то так, да. Вот.